нас сегодня есть заявки, там, люди из Кигока позвонили, из еще одной организации, еще постоянно идут звонки. Везде есть проблемы, которые, ну, люди хотели бы не идти в суд, не распространять и так далее, и так далее. Наверное, и в ваших предприятиях есть там, кажется, что незаконно уволили, кажется, что не заплатили сверхурочные, кажется, что там превышение полномочий есть и так далее, и так далее. То есть все эти вопросы аккумулируются. Если ситуация медиабельная, то мы вам предлагаем, могли бы вы пойти на медиацию. Если ситуация не медиабельная, то мы работаем с работодателем и согласительной комиссией.